Стой. Короче, давай. Ты туда, я отсюда. Люблю копнуть из глубины себя, себе мыслишек сильных вес. Не судьба набрать на сушниках, в итоге похудел. Музыка играла на квартале допоздна. Все планы пропадали при контакте с ТГК. Пар, марихуана, два совсем разных себя. Радости немало, но и также немало вреда. Страх, напряги в телах, реки им белого зла. Сам позволяю себе, сам упрекаю себя. Мне не надо, а тебя не надо. Что не двор весне, стены все в рекламе. Я не обникал, кто за такими делами. Нарезали эти схемы солевыми ходами. С утра нет дел ни туда, ни сюда. С утра наблюдаем рассвет в небеса. С куста срываем два нижних листа. Сканк медленно ставит все на свое место. Мрак слепит в душе, далеко не саншайн. Я снова на дне, будто легче дыша. Будь это мой шанс, ничего б не менял. Причины на нет, все сведены в этот час. Сергей? А где Руслан? Позвони ему. Так он ушел, что ли? Я ж его просила. Ага. Для него друзья его авторитет, а не мы с тобой. Так ты с ним говорил вообще? Говорил. А он что? Я не пойму, почему через меня ты с ним общаешься? Тебе надо, ты позвони ему. Ты отец, ты должен. Почему я всем должен, бля? Здесь должен, там должен. Хожу как кошелек, только бабки раздаю, бля. Справиться сама не можешь? Няньку найми, оплачу тебе. Собирайся куда-то. Пожалуйста. Ма, где мои носки? Не можем модное поднять. Сказать нет, конечно. Ты куда собрался? Ну куда? Где Масику? Что? Ну, так вы только что с ним расстались. Дела у нас? Ты недолго. Да недолго я, недолго. Здорово. Но вот этот пик, когда он хочет его потянуть, а не погладить, это может быть 9 месяцев, год или полтора года. И если это не остановить, то мы сталкиваемся с тем, что двухлетний малыш пнет ногой кота. Барсик, скотина. Вы видите, Барсик, что уже один раз ваш ребенок пнул на ваш... Барсик, скотина ты! Барсик, скотина! Салам, темный. Салам. Вы чё так рано приехали? Да замут ты у нас тут на районе. Ты чё, тут долго ещё будешь? Минут 40-50 ещё. Кстати, Макс, планеты хочу вот здесь набить. Чё, сбривать, да, всё придётся? Да чё ты ржёшь? Малышка опускается и в космосе. Ты, походу, если так нюхать будешь, сам у кого-то на пузе очнёшься, космонавт. Давай поехали, точку скинули. Ты сегодня дома будешь? Да. Ну все, мы подлетим. Давай, смотри, чтобы этот по дороге не слился. Ха, дороги это ко мне. Здорово. Виделись. Че, звал? С Али разговариваю. Че за Али? Хозяин фирмы, на которой летом работаю. А? Короче, дело предложу. Поляну на рыло можно срубить. Фига себе. А что за дело? Короче, щегол один есть. Надо его дернуть и на ферме подержать чуть-чуть. Похищение, что ли? Че, гонишь, что ли? Не, ну если слышь, я могу другого подтянуть. Да кого ты нафиг подтянешь? На ферме долго сидеть? Не знаю, он не сказал. А ты торопишься куда-то? Бичара этот душный. Достал меня за все лето. Кен же твой, бля. Да какой мне Кен? А этот... Сестушка что делать? Али сказал, все расходы перекроет.
Заманчиво. Не, ну а чё? Зато мамке помогу кредит закрыть. Ну давай, Вадимка, за светлое будущее. Доброе утро. Хорошо, хоть не вечер. Тебя так же. Тут препод звонил. Интересовался, когда ты сессию закроешь. Скажи, завтра буду. Молодой человек, я не пойму, почему твои вопросы я закрывать должен? Ты ему платишь? Ты решай. Мне в школе нормально было. А ну-ка сядь. Готов внимать. Где был? Во сколько пришел? Слышь, бать, давай допрос перенесем на часов 5. Стой! Ну важный ведь звонок, ответь. Короче, не хочет она заяву писать. И что мы теперь командиру доложим? Да так и скажем, буш. Не, на службе не курю. Ну, как хочешь, мне больше достанется. Нифига себе! Смотри! Где? Пошли, вон, смотри! Я не понял, это чё? Ты чё там, закладку ныкаешь, что ли? Ну-ка, чё у тебя там в карманах? Ну, братик, ну ты попал. Поехали. Куда? В зоопарк. Стой, стой, мужики! Может, договоримся? Ты чё, взятку предлагаешь? А чё, сколько можешь закинуть? Ну, 100 штук. Кого, лям? Хлебало не треснет. Ты говоришь, бля, нечего докладывать. Да. Творишь. И что это сейчас было? Чё? Не знаю, стоял, друга ждал. Тут эти подлетели. Ты мне, блядь, сказки здесь не рассказывай. А если бы ты в другой пункт попал? С этого дня дома сидишь. Как дома? Так ты? Ты меня в мусаре не оставил, я бы там посидел. Чё время зря тратил? Отпусти меня, не слышишь, репутацию подмочи. Гайду верни, или я пошел. Давай. Слышь, Димасик, там какой-то чел на тачке крутой подъехал. Вот сейчас нормально бабла поднимем. Что за тачка? Да хрен его знает, черная какая-то. Эй, Фаолина. Ну как дела? С Димасиком работаем. Ну, как говорится, к новым работам всегда готовы. На старте, да? Завтра выезжать, говорит, будет. О, нормально. А чё это? На чём едем? Давайте на ваше рванём. А? А чё? Иди сядь машину. Давайте ключи. Машину иди сядь. Да понял, а чё ты орёшь? Ты уверен, что справитесь? Давай, нормально будет. Пацан нервничает просто. Слышь, мужики. Вопрос ещё один. А чё мы на сколько дней едем? Ну там, вещи брать, не брать. В тачке посижу. Если грамотно отработаешь, еще бабла дам. Устроит?
Хорошо. Че, долго в городе торчать будем? Надо будет, месяц будешь сидеть. Ты че тупишь, Дима? А что там, прессуем, не прессуем? Прессуешь. Угу. Только нежно. Угу. И за дружком своим смотри, чтобы раньше времени пацана не кончили. Прессанули и привезли на ферму. А там дальше я скажу, что да как. Ну, пойдем машину утром сдавать. И рожи свои спрячьте. В городе кругом камеры. Угу. Бараны. Дебил. Вырядился как клоун. Сам ты клоун. Фартовый костюмчик. Я в нем на выпускном твою Ленку жахнул. Че ты гонишь? Ленку он жахнул. Мы в таком костюме отчима хоронили. Ехала, не? Ехал. Заранее. Астана, детка. Нур-Султан. Че? Астана? Нур-Султан. Да вообще все местные Астана говорят. Понял? Че, местный что ли? Да кто я здесь местный? Слышь, а этому пацану вообще сколько лет? 16. Я, кстати, тоже здесь в 16 поступал. В Астане. И чё, не поступил? Поступил? У мамки денег не было, короче. Потом в армию забрали. Да и пофиг. Сейчас на курсы пойду. Бизнесменом стану и всё. Чё всё? Всё, Димасик, это всё. Хату возьму. Тачку возьму. Нормально. Тёлочку. Есть 2 косаря? Шавухи хочется столичной попробовать. На. Считай, это мой вклад в твой бизнес. На, держи. Держи, я говорю. Ща. Ага. А он что? Ну, говорит, на какой-то студии там, что ли, песни записывают или что. Короче, там они. Эти, реперы, что ли? Да что ж его знает. Ненавижу реперов. Слышь? А эти студии здесь знаешь, сколько до хрена? Сейчас адрес кинет и поедем. А он точно там будет? Он уже там.
Здорово. Здорово. Студия звукозаписи, да? Да. Песню записать надо. Знаешь, как называется? Нет. Моргенштерн. Да увалим фаер, фаер не затухает, если вэм. Топим жир, будто тайми не затронута сторону, где девочки хулиганят эти детали специально. Ты кто? Моргенштерн. Будешь ты вспомнить потом, когда... Говно ваш Моргенштерн! Чё встал? Пошли! Нормально читаю. Портовый порвал, блядь! Все надо болит и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. И это разум. Че, батя его не звонил? Нет, еще ждем. Че, в картишке давай? Давай. А вы знаете, что ученые нашли метафизическое значение карт? 2 цвета – это день и ночь. 4 масти – это лето, зима, весна. И осень. 13 карт каждой масти – это 13 фаз луны. 52 карты колоды – это 52 недели в году. А если суммировать все значения карт, то получается 364. Плюс Джокер 365. 2 Джокера. Это уже високосный год. Душный, иди чай, печку топи. Ты что, попутал, что ли? Во. Давай, дурака. Все разрешено. Еще все разрешено. Мы, дурачок проснулся. Пойдем пообщаемся. Погасли краски дня. Меня. Здорово, бля. Ты чё орёшь, придурок? Сука, вы кто такие? Чё орёшь, дурачок, а? Чё орёшь, говорю, малыш? Мой малыш тебе в год не влезет. Ты знаешь, кто я? Не понял, да? Я тебе говорю, ругаться. Бери руки, гандон! Убери! Чё, сука, сам попросил? Ты чё, сука? Хорош! Хорош! Раньше бред, чё, бля? Хорош! Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще, конечно, лучше. Ты про друга не забудь. Ну, конечно, это я. Эй, ма, портнуки. Надо сол. Эй. Маха на келдин, же. Сука! Розен бэй.
Здорово! О, что с башкой? Здорово, Черный. Знаешь, что вчера здесь было? Что было у вас? В общем, я сижу здесь на студии, Шому записываю, вдруг стук в дверь. Открываю, там двое как залетели, один из них меня сразу вырубил. Ну, в общем, я очнулся, а Руса уже нет. Как нет? Ну, в смысле, похитили его. А Шома где был? Шома здесь в будке записывался. Так у вас же здесь камеры. Камеры? Да, камеры не работают. Слушай, я знаешь, что думаю? Это все походу из-за бати его. Ну, из-за денег его там туда-сюда, ну. Слышь, а ты что здесь делаешь? А что? Сейчас батя кипиш поднимет, здесь такой шмон будет. У тебя осталось здесь что-нибудь? Ну, был пакет. И... Тем более, закрывай здесь все и вали домой. Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. Он там не крекнет. В смысле? Кто в сарае-то? Его колбасит. Не по-детски, это нет повода. У тебя своих дел нету, что ли? Да он, что ли, бузуется? Ширяется, на белом, на чем он сидит? Ему плохо. Чё? Торчит он на игле. Понимаешь? Отъедь и все, жопа. Тебя это вообще волновать не должно. Кому-нибудь вякнешь, я тебе башку оторву, понял? Не дурак. Иди занимайся своими делами. Ой, пойду-ка я. Ой, дорога. Певец, мать. Что это за херня такая? Че за хрень? Где ты ее взял? Туда сюда. У рэперов этих на студии. Ну, когда мало убрали. Ну это не белые. Хрень какая-то, смесь. Выкинем нахрен, а то потравишься. Да сейчас выкину. Алло, просыпаемся, дурачок! Может, он зажмурился? Да кого зажмурился? Тум-тум-тум-тум. Дебила кусок! Просыпаемся, чё ты лежишь на? Давай, вставай, говорю, пошёл! Вот, шут! Слушай, внимательно, дурачок! Теперь здесь твой новый дом, услышал? Теперь мы с ним, твои папа и мама, понял? Хотя нет, папа и папа получается. Какая-то пидота, да? Короче, слушай, новый распорядок дня. Догоним? Теперь пойдем. Yeah.
радости печали, сразу мой способен вдаль до горизонта протянуть. Надежды рвущуюся нить. И в сотый раз себе сказать, что что-то можно изменить. Когда-нибудь. Пустые споры слов, туман, дворцы, норы, свет и тьма. Не облегчен лишь в одном. Здоров. Здорово. Чем бузуешься? В смысле? На чем сидишь, говорю? Белый, черный, герыч. Ты кто, дядя? Да ты не дрейфь. Я такой же, как и ты. На чем, говорю, сидишь? Отходняк у тебя какой-то странный. Непоняшка. Соли. Это что за херь? Это синтетика. Знаешь, что я тебе посоветую? На себе проверил. На. Вмажь. Отпустить немножко. Ненадолго, но отпустит. На, на. А вискаря? Ну или коня на коньяк нету? Да ты шутник, однако. Пей, пей. Сразу, залпом. Сколько сможешь. Давай, давай. Проверено. Тихо, 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 тихо. Давай, еще, 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 еще. Давай, давай, говорю, пей. Пей, пей. Вот так вот, вот так вот. Тихо, 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 тихо. Все, все хорошо. Все хорошо, все. Молодец. А теперь, Зёма, дерни немножко. Отпусти. На, на, на. Давай, давай. Пару тишков, пару тишков. Давай, давай, давай. Затем, затем. Вот так. Молодец. Вот и ништяк. Вот и ладушки. Душный! Чё? Душный, сука, сюда иди! Ща! Душный. Рус. Давай, Зёма. Держись. Где крышечка? Молодец. Держись. Сюда иди быстрее! Да иду я! Я на прошлой неделе на работу приезжаю, и ее еще нет. Тут клиенты уже все телефон оборвали. Она явилась только после обеда. Ладно тебе, Паш. Может, проблемы у человека. Она у нас уже сколько работает? Проблемы. Сереж, ну у всех проблемы. У меня проблемы. У тебя вон вообще сына украли. Кто сказал? Все говорят. Сереж, может, помощь какая-то нужна? Менты помогают. Ладно, занимайся. А Селя? Слушай меня внимательно, дурачок! Теперь ты будешь отрабатывать каждый съеденный тобой кусок хлеба. Теперь ты, дурак! Слышь, генерал, хорош щегла кошмарить. Да пошел. В общем, слушай внимательно, дурак. Будешь вести себя нормально. Будешь жить нормально. Это я тебе говорю, понял? Что делать? Малой! Покажи ему здесь, что такое. Кет. Шмоток дай. Тут вырядился. Давай опять пошел. Thank you.
пойми, дурачок. Мне не надо, чтобы здесь было чисто. Мне надо, чтобы ты... Ты думаешь, мне по кайфу здесь с тобой сидеть? Сейчас твой батя деньги привезет и расход. И не увидишь ты меня, дурачок, больше никогда. Слышь, тебя батя в детстве бил, а меня бил. Сильно бил. Поэтому человеком вырос. Я вот пока здесь с тобой сижу, у меня бизнес стоит. Автосервис мой. Твоего батя, видимо, тоже дела хреново идут. Потому что деньги нифига не везет. Интересно, сколько у него Али запросил, а? Раз нам зимаську поляму. Твоего батя сколько денег вообще? Не знаю. Хреново, что не знаешь! А у моего знаешь, сколько было? Хера у него не было. Бил только меня. И мамку бил. Козел. Слышь, а что я тут перед тобой отчитываюсь, а? Ты вообще кто такой, на? Брен, блин. Давай работай, на. Человек и кошка сидят у окошка, мокрый дождик. Что, закончил? Падай, покури. Осталось 24. Чего 24? 24 дня. Чего? 24 дня до начала ноября. Есть вариант свалить отсюда? Варианты есть. Бабки есть. Только вернут. И бабки не проблема. Здесь, брат, есть детки. Наваляют так по самое не хочу. Забудь, туфта это все. Я спросить хотел, а почему душный? Душный, да душный. Смотри, Кассиопея. Ее открыли Райлд и Смит в 48-м. Ты как тут оказался астроном? Сам пришел. Теперь здесь мой дом. А настоящий где? Прошлый. Прошлое было, настоящее есть. Будущее. Дым над водой. Ты бухнул, что ли? Так, Децо, будешь? О, кисуля, я забыл. Он же у нас вискарь только пьет. Было и будущее. Все было на ладошках. Но я как-то засмотрелся. Брал здесь и сейчас. Были друзья. Девочки, кайф, ширево, пырево. А теперь, короче, вот. Че сидите? Закончил? Закончил, закончил. Веди в сарай его на цепь. Расселись они. Сейчас, хорошо, хорошо. Братишка, пора спать. Отдыхать надо. Баньки в люлю. Пойдем, пойдем. Человек и кошка сидят у окошка. Мокрый дождик каплет прямо на стекло. Человеку с кошкой едет и нет ложка. Человеку бедному мозг
Я о чем подумал? Ну нахер эту Катюху тянуть? Она в прошлый раз блеванула на меня. Сверху будь. Доминируй. Может эту? Ну, Викусик подтянуть. Ну, Викусик. А? Оттяни, кого хочешь, мне все равно. Вот тебе, Димасик, все равно, она что, по любви. Алло. Привет. Че, не узнал, что ли? Да ладно. Ага. Слушай, это... А вернешься ты как-то? Так, это на мясо. Ага. Это на мясо. Дня до ноября. У мамы через 3 дня день рождения. Снова туда, где море огни. Снова туда, с тоскою своей. Без ласки. Убери в душе затая, всегда быть в маске. Судьба на пески роняет долгий мой путь. День прошел, да и хрен. Завтра новый день. Че, братка, отпускать начинаю, надо бы догнаться. Да хорош ты, нормально сидим. Тебя как пнет, на утро не вспомню, что было. Я в прошлый раз батя в говно увез. Да что ты гонишь? Слышь, черный, будем кинчик смотреть, как за малышом батя приехал. Да успокойся ты. Я ж так пришел просто посидеть, поговорить, пообщаться. Посидеть, поговорить? Ты дома общался? Девчонки, носик припудрите. Русь, опять что ли? Давай. Ты что сидишь? Давай. Ну что, пацаны, сегодня или никогда? Доброе утро, подъем! Подъем, я тебе сказал, слышь ты! Новости хорошие есть. Конь по колено насрал, работа до вечера. Давай, вставай. Слышь, малой! Малой! Чё ты их, мляю, ложишь туда-сюда? Перекидал и забыл, все. Давай, в темпе! Слышь, душный, бля, ты чё там делаешь-то? Таблетку ещё приболел я. Какого хера таблетку?
Давай пол-литра всадил и потерялся. Давай, 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 есть у тебя, я знаю. Давай, пошел, пошел, пошел. Пошла. О, молодец, молодец. А что, что, что? Пора тебе домой, братишка. Как? Бегом и не оглядываясь. Они ж тебя... Разберемся. Хоть один раз в жизни правильный поступок совершу. Может, там, на небе зачтется. Может, ты со мной? Не, братишка. А если все срастется, вытащишь меня отсюда. Чувствую я, эту зиму не протяну. Харе базарить. Там на кухне ружье возьмешь. И в лес, который за сараем. Там полтора километра домик егеря заброшенный. Отсидишься до утра, а по светлу в том же направлении 40 километров трасса. Понял? А ствол-то зачем? Охотиться, блядь. Чтоб тебя волки раньше времени не сожрали. Вот фонарик держи. Давай, братишка, может, свидимся. Пошел! Пошел! Дурачок, куда собрался? Стой! Сюда! Стой! Сюда! Долбан! Это одна зарядка. Да по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, пусть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Все, хорош. Давай быстрее. Узнаешь? Твоя работа.
копай. В смысле? Копай, говорю. Жмура твоего закапывать будешь. Че ты, блядь, елодишь, да? Дай сюда. Копай! Да, здесь, походу, трактор нужен. А вы что, еще до сих пор работаете? А тебя что, здороваться не учили? Куда идти? Вот здесь домик там упал. Что случилось, доходяга? Вадим, я у кого сейчас спрашиваю? А, так этот несколько дней уже так лежит. Кашляет, как пес. Сухой, короче, кашель. Не жрет ни хрена. Как бы не сдох. А что, врача только сейчас вызвали? Да хрен его знает, думаю, или очухается. Давай, поднимай его. Как? Ну как? На жопу посади, говорю. Закати рука. Подержи вот тут. Свитер подними ему. Вы чё, идиоты? Документы, давай я его забираю. Чьи? В смысле чьи? Его, естественно. Нет у него документов. Слушайте, вы дебилы. Как я его без документов заберу? А что теперь делать? Подожди. Давайте так, сейчас я вам оставлю антибиотики. Слушай, вызов на тебя оформлю, если что, карета к тебе приезжала. Понял? А если он сдохнет? Я ничего отказать не могу. Хреново у вас дела, ребята. Раньше надо было думать. Ты что, сразу не мог сказать, что у него документов нету? А я что, скоро когда-то, что ли, вызывал? Я с вами раньше времени, блин, с дебилом не загнусь. Перлась в эти ебеня целый час. Но запомни, 2 утром, 2 вечером. И не меньше 3 литра воды в день. Кто вообще не пьет? Насильно вливайте. Как мне все это заебало. Ну как ты, братишка? А я вот что-то не очень. Нормально все.
Сейчас поешь. Жизнь прожил, как песню спел, а спел плохо, а песня-то была хорошая. Эх, родиться бы мне еще разок, а то, что прожил, не считается. Даже строки эти, и то не мои. И жизнь вся какая-то не моя. Малой, сюда иди. Шмотки все собери его и сожги. Хрен его знает, что за зараза его скосила. Помянуть бы Егора надо. Да, нормальный был мужик. Царство небесное. Малого в комнату душного определим пока, чтоб подсобки не кочегали. Поздравляешь, а? С Новым годом. Спасибо, брат. Я тебе. Мастер! А президент будет говорить?
Рус, что делаешь? Деньги взял. А что? Ничего, гости приехали. Давай за стол. У тебя свои гости, у меня свои. Я что-то не понял. Куртку снимай, давай за стол. Бать, не начинай, а? Я ж тебя к своим пацанам на хату не зову. Там тоже гостей много. Рус, Новый год, праздник, семья. Ну и отдыхайте с семьей. Я вам что, мешаю? Дед Мороз. Малой! Малой! Дурачок! Че? Давай, ну... Давай Новый год нюхнем! А? Я добрый, давай нюхай! Не буду я. Чё? Нюхай, живи, я ж тебя нашёл там. Давай, говорю, нюхай! Да не буду я. Я чё, оделся на хуй? А? Я наркоман, что ли? Я наркоман, что ли, цыган? А? Это... Да я тебя завтра, сука, с этим душарой в лесочке прикопаю, понял ты, тварь, нам? Я тебя завтра в лесочке прикопаю, тварь ты!
Слышь, дурачок! Ты чё, не узнал, что ли, а? Это я чё, богатым буду? Куда собрался? Решил? Али, ты меня знаешь. Я свое решение не меняю. Тебя-то я знаю. Но парня твоего нет. Это тебе не просто в аул ехать на каникулы. Я понял. Поэтому иду на такие меры. Это правильное решение. После такой терапии рецидива не бывает. Ты меня пойми. Это ему нужно, а не мне. Переживай, все нормально, считай, что санаторий. Чистый воздух, санитары там есть. Посещение ограничено, но все будет в порядке, вылечит его. Тут твой пацан накосячил, свалить хотел, приживал, приселил. Менты не в курсе. Щегла в больничку я пристроил через знакомых. Адрес больницы скинь, все порешаю. Твоя работа. Копай. Подъем, блядь, Тарантино. Бать, я все понял. Но я опять накосячил. Точно не догоните.